Свидетелями ЧП около пожарного водоема на улице 9 января областного центра стали подростки. Они увидели, как нетрезвый мужчина поскользнулся и упал в воду, не растерялись и смогли оказать ему помощь. Командир, я еще пойдем. Я никого не утопил, ребят. Нет, никого не утопил. Нет. Сам чуть не утонул. Мальчишкам спасибо, скажи, они тебя вытащили. По всей вероятности, мужчина пришел на берег пруда, уже хорошо отдохнув, и здесь же продолжил распивать спиртные напитки. Упав в воду, он ударился головой и не смог самостоятельно выбраться. На его счастье, игравшие неподалеку дети оказались сообразительными. То есть к нам подбежал вот этот мальчик, и мы... Да, и сообщил он нам то, что тут тонущий мужчина. Мы все подбежали сюда. Я позвонил в 911 и с еще одним мальчиком пошел в пожарную службу. Затем вот этот мальчик начали его вытаскивать. Мы его вытащили вот с Данилом. Потом подбежали пожарники, подтолкнули его и туда посадили. Утопающего ребята вытащили с помощью палки. Несмотря на теплую погоду, вода в пруду еще не прогрелась, и помимо ссадин мужчина получил небольшое переохлаждение. Он вот так вот на четвереньках стоял? Нет, он стоял на всех ногах, вот посюду ему было, он там вот так чуть копошился. Он вот так вот что-то дергал, он корень. Он был просто весь синий, у него были губы синие и пальцы. Он онемел, да, от холода. Да, 90. Он еле-еле просто говорил, и вот когда вот он пытался что-то вытащить, он прям трясся очень сильно. По прибытию пострадавший уже был извлечен из воды силами местной детворы, которые, в принципе, стали свидетелем случившейся ситуации, не растерялись, вызвали все необходимые службы. К счастью, мы работы никакие не вели, наша помощь не потребовалась. Но огромная, конечно, благодарность мальчикам, которые не растерялись, приступили к спасению и в результате спасли дяденьку. По словам местных жителей, пруд мелкий только у берега, а в середине глубина доходит до 8 метров. Дно сильно заиленное, поэтому для любителей спиртного, которые нередко отдыхают здесь на берегу, риск утонуть вполне реален. А, да, бывает там. И бомжи были как-то раз, выгоняли мы их там, диваны какие-то были, ну мы их повыгоняли всех. А тут все свои приходят и рыбачат, и все хорошо. Ну, а огородить, конечно, можно здесь, чтобы детишки маленькие вот не прыгали, вот, мало ли что-то, всякое бывает. По данным МЧС, только за последнюю неделю в водоемах области утонуло 5 человек. Большинство из них находилось в состоянии алкогольного опьянения. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния 33.